Всем привет, ребята, вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами играем в игру Brawl Stars, и сегодня мы с вами будем играть в парное, то есть не в парное, а одиночное, может и парное попробуем сыграть. В общем-то, будем играть за персонажа Эль Примо, будем еще за некоторых играть, вот, например, за Брока, будем играть еще, и уже Brawl Stars вышла в Play Market, скачайте, ребята, и, конечно же, обновление вышло крутое. Тут у нас новое все вышло, я не помню, я снимал после обновления? Не, я не снимал, когда обновление вышло. Да, давайте начинать играть. Вот, столкновение одиночное, давайте начнем играть. Эль Примо сейчас должен затащить точно. Давайте. Вот, одиночное, давайте. Вот, Денплей, Эль Примо вышел на бой, давайте. Вот он так быстро разрушает тут. Так, давай. Нормально, у него 5-й уровень пока нет. Ну, это нормально. Опа, ага, здесь у нас Барли, да? Это у нас Барли со скином другим. Можно попробовать его убить. У него хп-шки не так уж много. Вон, вижу Барли. Барли. Барли, привет! Ух ты ж, нет, там был! Там этот! Там валим, быстро! Ноги делаем! Ай-яй-яй, он меня убил! Он меня убил! Блин, там была крыса, оказывается. Ну все, этого не будет. Этого никогда больше не продлится. Это первый раз, и сейчас, если бы не тот, блин, как его зовут, я уже не помню. Как его зовут, я забыл, но я сейчас себе напомню. Вон Кольта вижу. Кольт, вали отсюда. Так, тут Эль Примо. Давай, быстренько, опа, есть, одна. Так, опа. И опа, все. Кольта я не хочу нападать пока мест, потому что он может себе отойти сдалека. Эль Примо это ближний игрок, не издалека, не для расстояния. Ну, понимаете, потому что у него вот какое расстояние удара. Он дальше не может. Вон стоит коробка, никем не занята. Так, давай. Вот, долбим быстренько. Опа, у нас уже 4 коробки. 4 мощности, 4 энергии, как называть, я не знаю. Во, уже мы плюс идем. 5 человек осталось. Сейчас пойдем посмотрим, тут кусты проверим. Вон, вижу Була, и тут Бул. Там Бул тоже был. Но это опасненько, ребята, потому что Бул вблизи, это оружие номер 1. Так что я предлагаю отсюда пока не выйти и поискать других. Потому что Бул это опасно. Бул. А тут, чтобы крысы, главное, не было. Потому что тут крысы любят водиться. А ну, тихо, дай проверим. Ну, тут никого нет. Тут уже туман идет. Опа, вижу Кольта. А Кольт у нас идет. Не знаю, возможно, я... Ой, там Бул. Там Бул. Вон, вижу. Так, ладно, я пойду сюда. Вон, давайте поможем им там друг другу побиться. Вон, давай. Эх ты ж. Кольт там. Опа, Бул. Ну, Бул меня убьет, но тут сблизи Бул это номер 1. Ну, плюс 4 мы свои проигранные все-таки, ну, в общем-то, отыгрываем. Так, давайте возьмем Брока. Вы не видели еще Брока, у меня 1000 уже кубков, 1200, точнее, там. Ладно, Брок, давай тоже затащим. Брок это для далекой дистанции самое одно. Вот так вот, на вот такой вот диагонали он стреляет, вон. Смотрите, я могу Була сейчас отсюда попасть. Смотри, опа. А ну иди сюда, опа, на тебе. Ну и что, опа, на тебе. Ай-яй-яй-яй, что главное он, опа. Давай, стреляй. Ох ты ж. Иди сюда. Опа. Ага, блин, Бул. Я боюсь на него идти, потому что у меня. Ну короче, Бул, я тебя оставлю. Я пойду где-то собирать. У меня ни одной, блин, банки нету. Я просто очень слабый. Так, надо где-то собирать. Бул за мной охотится, блин. Бул за мной просто чисто охотится. Где банки свободные? Вот это так ненавижу, когда... Вот, нет, там нету. Здесь тоже нету, блин. Вон, Бул друг друга убили там. Одинаковые, так. Ладно. Но где же найти коробки? Я же вообще без энергии. Да, никого нету, нигде нету коробок свободных.
Ну, это опасно. Только на дальних дистанциях. Проверять буду кусты. Может, какого-то найду тут. Ух ты, я уже? В смысле, тут Шелли? Вон Шелли, вижу Шелли. Шелли! Ага, да, не повезло мне. Шелли, да не надо меня пугать. Так, Шелли. Ой-ой-ой. Ну, и где тут Шелли? Опа, нашел Шелли. Нашел я Шелли. Где-то она здесь. Ну, мне страшно идти, но... Ой, папа, крыса Шелли. Крыса Шелли, вон, ходит там. Опа. Ага, она где-то за мной ходит тут. Опа, ну все, Шелли меня с первого выстрела хлопнула. Окей, плюс 6 кубков, ребята, нормально. 10-й ранг у Броука уже. Давайте еще за него сыграем разочек. В принципе, Брук нормально так себе сыграл. Нормально, мне нравится, так. Давай, вон куча, ну там Барлей. Ну Барлея мы можем убить, в принципе. У нас издалека хорошо, но... Вон Барлей, иди сюда. Не знаю, как правильно, Барлей или Барлей. Опа-па. Ох ты ж, что не надо мне... Ага, он прячется за этими, блин. За бочками. Ай-яй-яй, иди сюда, Барлей. Нельзя так играть, крысить, а? Ох ты ж. Блин. Ага, он уже, блин... Ага, он там спрячется себе, будет сидеть. Ой, мне не досталось ни одной, блин, бочки. Ну, я, если бы пошел, я бы умер там. Опа. Ай, блин, пролетают мимо. А, он спрятался он себе там. Ну, пускай сидит, пускай скоро умрет он скоро. Это я вам гарантирую. Так. Ладно, давайте еще пойдем тут посмотрим. Может, где-то есть. Ну, нету ничего. Ай-яй-яй-яй-яй. Крыс полно. Вон Динамайк. Ой, Динамайк. Ну, меня сейчас с первого этого убьет. Потому что Динамайк и Барлей, блин. Меня окружили тут просто, ребята. Да нет. Меня сейчас убьют. Тут и все. Мне капец. Мне хана. Потому что... Ну, понимаете сами. Вот, блин. Надо выбрать кого-то другого. Ну, плюс 2 кубка, но... Кто-то мне подал эту заявочку. Не знаю. Вон, давайте, кстати, откроем. Вот. Это не мой друг, это какой-то левый чувак. Окей, в принципе, Годя выберу Кольта. А чё, Кольт неплохо так себе издалека будет. Ага, выберем тогда. Выбери Дуо, пацан. Дуо ШД, молодец. Техническое обслуживание. Не, я так не хочу тогда. Не, мне надо снимать видео. Одиночное. Чё, нельзя? Алло. Что-то не так, ребята. Окей, я понял. Я понял, ну сейчас давайте... Так, тихо, уберись. Ладно. Техническая это какая-то фигня. Что такое? Тогда, ребята, давайте на этом закончим. Да, какой-то видеоролик сегодня у него такой получился, но... Или же... Я не знаю, что сделать. Давайте, сейчас выйдет еще скоро новый видеоролик. Сегодня же выйдет еще один видеоролик, обещаю вам. Так что всем, ребята, пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Скоро выйдет новый видеоролик по Бравл Старс. Так что ждите. Всем пока!